После 10-летнего перерыва в преддверии Дня независимости в главном корпусе Российского университета дружбы народов прошла выставка Республики Панама. Как и полагается, здесь можно было увидеть как книги о стране, так и фотографии достопримечательностей, а также колоритные национальные костюмы. Это мой костюм, это мужской костюм национальный, называется монтуно. Монтуно. А это костюм девушки, которая народ из Колона. Колона называется. Колона. Это город Панамы. Это одевались очень как-то давно, где-то 200 лет назад. В повседневном общении в Панаме используются вполне европейские нормы. Форма одежды довольно демократичная. В деловых кругах принято носить костюм европейского стиля. В быту же многие панамцы обходятся джинсами и легкими рубашками. В то же время очень популярны национальные формы одежды. Всевозможные широкополые шляпы, пончо и широкие кожаные штаны можно увидеть почти повсеместно, особенно в провинции. Многие ритуалы проводятся только в национальном одеянии. Музыкальный инструмент, на котором сегодня играют панамцы, был заимствован из испанской культуры. Студенты РУДЭ не остались в стороне и приняли активное участие в выставке. У меня очень много друзей из Латинской Америки, поэтому они пригласили меня поучаствовать на этой замечательной выставке. Конечно же, я с радостью согласилась, потому что для меня это большая честь. Несмотря на долгий перерыв, выставка собрала множество студентов, которые восхищенно наблюдали за национальными танцами панамцев под зажигательную национальную музыку. Армина Карапетян, Виолетта Филина, Сергей Никонов, Новости ТВ РУДН.